проснулась? Угу. Расчесаться не хотите? Да. Давай ты сейчас расчешешься, но сначала принеси мне, пожалуйста, свой рюкзак, электронную книжку и свой телефон. Зачем? Пойдем в поход. Ура! Теперь тебе новое задание. Положи, пожалуйста, телефон и книжку в рюкзак. Хорошо. Ой, сейчас я вспомнила. Что? Я без этой вещи никуда не пойду. Вообще? Да, вот она. Это самая любимая моя игрушечка. Я ее никогда не брошу. Точно? Точно. У нее даже есть... И для нее даже домик есть, и кроватка, и даже ванная, и у нее даже щеточка для зубок есть. Хорошо, книжечку, пожалуйста, положите, электронную, а то почитать же надо будет в походе. Да. Все, теперь тебе нужно собраться, волосы надо расчесать. Я пошла убрать расческу. Что это такое? Вот такая штука, это такая специальная штука, туда надо наливать молоко. А это мисочка его. Кому? Котеночку. Какому котеночку? Гаврюше, что ли? Да нет же, вот. А-а-а, ладно. Мне его на день рождения подарили. Он миленький такой. Да, ты расчесаться забыла. Ой, а расчесочку-то я забыла. Вы забыли то, что я подстриглась? Подстриглась. Подстриглась. Это очень классно. Да? Да. А ты знаешь, что во время карантина в походы нельзя ходить? В парки нельзя ходить? Ну, знаю. Мы же в лес собираемся. В лес тоже нельзя ходить. Это чего такое? Мы собираемся в горы. В горы? В горы-то никто нам не запрещал ходить. Ну, да. Ну, да. Ну, давай, расчесывайся и пойдем, да? Угу. Там будет классно. Да. Пикник будем там устраивать? А... Еду возьмем с собой? Да, да. Точно? Да, точно. Так у нас, пожалуйста, не забудьте. Вас мы точно не забудем. Попить? Угу. Вы забыли еще попить сказать? И что? И еще попить надо. Понятно. Ничего, возьмем маленькую бутылочку. Хорошо. Тархун возьмем с собой, зеленую воду. Угу. Ну что, собралась, готова? Ты хочешь пойти в поход? Ты уже собралась? Да. Воду бери. Воду бери? Какая вода? Вон сзади тебя лежит вода. Молча берем воду и пойдем со мной. Пойдем. Заходи в зал, бери палатку. Говори свое слово. Правда мы? А мы правда будем идти в поход или по игрушечному играть? Да мы уже пошли в поход. Расставляй палатку. Доставай все из рюкзака. Это лучший поход в твоей жизни. Никуда ходить не надо. Да. Мы как будто бы в горах, а вокруг лава, да? Да. Расставай. Доставай, расставляй свою палаточку. Бух! Дальше, что ты будешь делать с ней? Как у вас замечательно получается. Вам помочь? Нет. Нет? Туда. Готово. К дверке поставьте туда лучше. Там светлее будет. И можно воду вовнутрь поставить, да? Да. Правильно. Все. Рюкзак в палатку. Оборудуйте свое место, а я пойду разводить огонь и делать шашлыки для вас. Хорошо. Пикниковые. Хорошо? Да. Как тебе наш поход? Класс. Покажи, как класс. Это даже развязать можно и закрыться. Хорошо. А вот и вас, ваш супер шашлык. Пикниковый шашлычок. Хотите кушать? Да. Как вам угощение? Вкусно.
сносили. С пылу, с жару, с огня только что сняли. Сейчас остынет, а? Но будешь кушать? Да. Как вам завтрак на природе? Вкуснотень. Отправляйтесь во время изоляции все куда? В поход. Поход. Игрушечный. Ну, а ставьте лайки, не будешь говорить? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.